Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас дополнение к гайду на Зета. Те, кто не видели гайд на Зета, вон там вот подсказочка, и по ссылке в описании вы также можете, так сказать, уловить гайд на Зета. Если кто-то не видел, ребятки, переходим, смотрим. Очень простенький гайд, легкая теория и, конечно же, интересные игры. Но, остановимся, момент, ребятки. Я сейчас пойду в центральную линию, это первый момент. Второй момент, что мы должны в этой катке сделать? Конечно же, Z-билд через магию. Не рекомендую так собираться, потому что это сбор чисто особый контент. Чисто от меня для вас. От меня для вас, ребятки. И все, не более. Надеюсь, вам катка эта понравится. Обязательно поставьте лайк за старание. И сегодня мы будем играть, конечно же, в фишки-ловушки. Да, это называется сегодняшний видос. Фишки-ловушки. Фишки-ловушки так и назовем. Очень интересный видосик у нас должен получиться в теории. Посмотрим, как сейчас центральную пойдем, отстоим. Уф. И будет все отлично. Так, восьмой слот. Печалька, не кикнул я. Ладно. General SB. Это, походу, тоже какие-то подписчики зафоловились. Печалька, стараюсь максимально отсеивать подписчиков, чтобы были, как бы, была возможность привлечения другой аудитории, не подписчики, чтобы не подписчики играли. А то подписчики играют и на стримах, и на гайдах, так не пойдет. Надо привлекать другую аудиторию. Многие ребята не знают, что такое правильный геймплей, и говорят, что вот я там играю, вот я там почти топ, как некоторые говорят. Да, кто-то может сейчас узнает себя. Я почти топ, а хен такой он, с топами не играет. Так что держи в курсе. Когда научишься играть, заходи, друг. Или если хочешь, чтобы я научил, пиши, займемся. Займемся этим, знаешь, как Легион говорит? Знаешь. Так, ну что, ребята, Magic Build. Я в магию. Сори, парни, так надо. Я в магию собираться буду. Сори, парни, так надо. Написали сразу заранее, ребята. То есть здесь очень ватненькие персонажики. Сейчас попробуем заделать вещи. И ну что ж, ребятки, просто вот за старание. Можно вот прям, ну, комменты. Кстати, не забывайте дополнения к гайдам. Гайды те, которые с историей героя. Эти гайды переделываться не будут, но всегда есть дополнение. Дополнение к гайду — это очень круто. Это очень круто, ребятки. Это очень круто. Дополнение к гайду — это очень хорошо. Погнали. Погнали, ребятки. Погнали. Так, что там? Слизерин Гуард. Хорошо, это очень приятная цель для меня будет. Главное, чтобы меня не загангивали сильно. И вот так вот сразу сделаем, потому что я потом в дальнейшем в лейтгейме куру возьму. Хорош. И фишки-ловушки будем делать тут. Кстати, фишки-ловушки можно сделать еще и за скоржей, да? Как только у нас будут акторины, все вещи, все как надо, и будем от респауна здесь пацанов подзадушивать. По одному килочку будем делать. Парков просто ставим туда и раздамажим. Кстати, у спарков очень прикольный дамаг на самом деле. 150 с 200, 250 и 300. Все очень простенько и понятненько. Мне это нравится. Ну что, ребятки, готовы в предвкушении магической катки? А это значит, что тут будет Хекс еще, Этериал, Дагоны. Очень много будет артефактов. Надеюсь, вам эта катка понравится. Уф, жесть. Если бы вы знали, сколько я приложил усилий, чтобы записать эту катку, если вы ее сейчас смотрите, знаете, тут будет контент. Я сыграл, наверное, игр. Это 4 игры, 3 из них я проиграл. 3 из них проиграл. С КДА по 35 фрагов. Просто не хватает у ребят немножко скилла. Выигрывать каточки очень тяжело на Зете через Дагон. И фрагов очень много, киллы сыпятся. Но, к сожалению, ребята очень потерянно играют в играх. Так, ну это крэш еще будет. Ну вот этого пацана тогда жучим. Куда? Ты спринт качал, что ли? Ну ты псих. Оп. Хорош, мне оставил СПС. Хорош. Вот это неожиданно и приятно, честно, оставил, брат. Прикиньте, да? Я в шоке, он оставил мне фраг. Я сейчас стоял, думал, ласхитить или нет, чтобы мартретка не забрала. Мартретка не забрал. А, Сакслардар еще и на мид. Ты серьезно, друг? Так, это хз, зачем ты идешь на мид? Хз. Зачем ты идешь на мид? Очень странновато. Слардар делает. Пол хп он потерял. И что-то, ну, странновато максимально. Но главное, тычкуем. Берем, первое, что берем, это сапог. Даже не спрашивайте, почему. Просто так надо. Надо, можно сейчас убить его будет, кстати. Спринт жми. Ой, хорош. Ой-ой-ой. Ой, брат, не удалось чуть-чуть, да? Но бывает. Всегда, но такое бывает, ребятки. Бывает, безусловно. Берем спарк, знаете почему? Потому что второй спел
возьмем на четвертом. Потому что Слардара сейчас убиваем. И, в принципе, Спарк взял. Можно взять Спарк, тут не париться. Фишки-ловушки в этой катке будут, ребятки. Не забывайте. Фишки-ловушки, это что такое, спросите вы? Это максимальная наркомания. Это максимальный спам Спарков. Спарки, максимальный спам. Не знаю. Можно было дать кнопку, да? Сладариха, дорогой. Он тычкует, тычкует. У него нет ни щитка, ничего. Это максимальная ошибка лютая. Если бы я еще крипов добивал, было бы вообще круто. Так, ну это вот так надо сделать. И ману на сейчас надо. Ой, дед промахнулся, старый вонючий. Ага, вард идет ставить, типа я не замечу. И снимать я его, конечно же, не буду. Мне главное ласт хита еще, ребят. Лордар слился в миду уже. Шестой левел. Так, ну надо его душить. У меня четвертый. О, хорошая руна. Кстати, пойдет. Пойдет неплохо. Гоу душить его. И спарка, кстати, халявно надо еще поставить. Вот так. Отлично. И гоу душить. Ох ты, смотри, уходит. Уходит. Я догоню его. Пойди. Так, ну спарк полетел, да? Хорошо. Сапог есть. Можно поесть. Че спарк? Стан там будет сейчас. Ладно. Нет, так нет. Хорош. Ну, помогает Огур, да? Ну, бедолага Слардар. Мошню у него никнейм там. Бедолага. Так, ребятки, фармим. Не забываем. Надо же крипиться еще. У меня 9 крипов на 3 минуте. А должно быть 20 минимум. 20 минимум. Чем больше, тем лучше. О, даже крипов у крипов не могу забрать. В принципе, стандартное... блин. Стандартное, так сказать, стандартное положение крипинга Ксенозеса. Если вы хотите такой, знаете, видосик какой-нибудь, стандартные крипинга... Ну, типа, видосик, знаете, как называют? Стандартное... блин, стандартное... Стандартный крипинг Ксенозеса. Вот это так называется. Вот так вот, видите? Вот, то есть я не могу добить. Вот, то есть я пытаюсь как бы добивать, но я не могу добить. Потому что не хватает мозгов. И я признаю это. Мне не хватает мозгов добить больше крипов, чем я хотел бы. Парт я этот снимать не буду, к слову. Мне он не нужен. Там 50 золота ради сотки и чуть экспы. Ну, хз. Довольно-таки сомнительное удовольствие. Шестого левела. Апаем и с темпестом делаем вещи. Видите, мозга не хватает добивать крипов. Типа, это слишком сложно на самом деле для меня. Блин, рили, я только сейчас задумаюсь, что мне я на самом деле такой тупой. Ладно. Ничего, ребят. Надеюсь, катка вам понравится. Не забудьте влепить лайк. Те, кто только подсоединились. Это фановая катка на Зете. Лаксы пошли. Эх, жестко. Могу драться. Блин, да не, надо пролосхить просто. У тебя 150 маны, да? Я вот так сделаю. Хорош. Ну, все расходники я всадил, чтобы забрать. Но другого варианта, ребятки, не видел. Ну, что вы выберете, фраг или три расходника? Ну, как бы... Мида сам себя не купит на пятой минуте, да? Согласитесь. Там все ребята по 0-2. Хорош. Так, 1500. Ну вот, кстати, одно крипчики. Ну, смотрите, пятая минута, 25 крипов у вас должно быть. Это залог успеха. 53 крипа вы должны сделать. То есть, ну, 25 за первую половину и 25 за другую. Правильно? Правильно. Знаете, что надо сделать сейчас? Купить Мидасиус. Это первый момент. И два расходника нафармить. Как бы это плохо не звучало, но их надо нафармить. Да, они просто так с воздуха не даются, парни. Но ребята что-то на мид стягиваются. И нужно, знаете, желательно нам к таймингу. Не, я не успеваю уже. Уже не успеваю к таймингу, да? Этого заберу, будет очень хорошо. Не успеваю, да? Эх, печалька. Ну, это хилочка. Знаете почему? Ну, давайте уже пришлем куру. Пофиг. Я теряю очень много сейчас, на самом деле. Надо было к таймингу. Успеваем, стакаем. Оп, тык-тык-тык-тык-тык. И погнали. И погнали. Жалко, не успеваю чуть-чуть. Но ничего страшного. Хорош, пойдет.
Ну, пойдет, в принципе. И сейчас еще вот так, раз и расходник. То есть, ну, как бы все равно тоже хорошо, ребят. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Если он кинет Спарта. О, если еще Флакса кину, так это вообще гениально. Вообще гениально. Хорош. Это гениально. Так, тут дропнул кто-то, да? Ну, а там звук слышали. Такое, это этого. Звук. Можно куру, ребят. Честно. Очень нужно. Брат, давай. Души. Ну, точку, брат, пожалуйста. Хорош. Умничка. А нету маны. Оп, хорош. Чё там у нас по КДАшкам? Все лайны выиграны, да, 11 на 3. Но, походу, будет не очень интересно. Ой-ой-ой. Я понял. Это минус. Надо медаснуть. Это минус. Пойдет хотя бы золото апнуть. Спектра меня вынесло таким. Хорош. А че все на мид пришли? Смотрите, 4. 3 героя на миду. Бросьте мид. Зачем вы его стоите? Ну, ребят, один разочек сфидели, но там хз. Нужно было расходник кидать и бежать. А поле не... А, можно... Вообще жить как можно было разыграть. И промах кинуть на себя, и все кинуть. Но мозгов не хватило, конечно. Говорю, пацаны, мозгов не хватает. Ладно, ничего страшного. Ну, Z, если честно, я когда на росклике, когда понимаю, что делаю, когда у меня вот прям вот глаза горят, выразимся так, я вообще максимально хорошо могу сыграть. Ну, типа, сейчас максимально плохо сыграл, парень. Сорян. Но там времени, блин, очень мало было, на самом деле. Чтобы что-то думать. Сори, сори. Просто недоигровочка, ребятки. Ничего страшного, пока 7-1. Видим, кормим. Видим, кормим. Так, делай, да? Еще, дядя. Ладно, все, ушел. Крипы твое спасение, друг. Так, это почти travel, да? Всегда вначале делаю travel, чтобы была мобильность. Мобильность залог успеха. Жалко, что он сюда не подошел. Неужели увидел? Походу увидел. Так, ну на карте никого нету, но мне главное, чтобы некор меня не захейтил тут. Опа, он кто-то захейтил, да? Хорошо, увидел я. Можно, кстати, фишки-ловушки уже начинать делать. Там очень ватный герой. Все фишки-ловушки буду делать. Типа вот здесь сюда расставил бы 3 штуки. Достаточно там ЦМки. Ну, опять-таки, кто знает, да? Где подстилочку себе сделать. Хорош, погнали. А ты собьешь сейчас, я, да? Давай-давай, туда иди. Кустики. Хорош, молодечек. 100% умрет. Или нет? Развернулся, прикинь. Неужели увидел? Неужели он увидел? Криса. Это продаем. Это сюда ложим. Все, погнали. А, не достану все равно. Не достану. Ребята убивают там. Кто там убивает? Мартретка 4-1. Молодец. Хорош. Так, тревел имеем. 5-1, да, парень? Ну, почти меня догнал. Но там оппоненты пока тут что-то вообще, ну, никак. Тяжеленький старт, да? Пацанов. Ой. Найс. Просто бинды надо поменять местами. Все будет огонь. Вставляем туда. Хорош. Пойдет пока. Вот так делаем. Глядишь, кто-то невнимательный и вступит в какаху.
Глядишь, кто-то и вступит в какаху. Фишки-ловушки. Хорошо. Мид сломали, да? Фишками-ловушками. Ну, мана есть, в принципе, я триеню. Сейчас расходник будет меньше брать. Так, вот здесь вот надо было вообще фишки-ловушки настроить. О, ЦМ-ка наступила на фишку-ловушку. Лол. Это состоишь, и пит идет еще. Эти спарки, они на самом деле лютые. Они как бы мало дамажат, да? Но... Но люто дамажит. Мало, но люто. Хорош. Ой, жестко. Эти, блин, фишки-ловушки ваши. Ребята, это не шутка. Встретились в маршрутка. Сейчас еще будем фишки-ловушки ставить. Жесть. Вот здесь будем напихивать. Там по-любому туда кто-нибудь прилетит сейчас. Фишки-ловушки делаем. Ребятки, напоминаю, это у нас дополнение к гайду. Те, кто не видели гайд, по ссылке в описании вы можете посмотреть гайд на Zeta. Рекомендую даже посмотреть его для тех, кто не понимает, что происходит. Почему это видео у нас старое, что оно делает вообще и зачем. Печалька. Это печально выглядело. Это выглядело очень печально. Ну да ладно. Главное, фишки-ловушки. Остальное приложится. Мне кажется, тут сейчас пойдет пит. Там убивает. Ой-ой-ой, если ЦМ-ка сейчас заберет, это, конечно... А, нет. Это GG, друг. О, хорош. Так, у нас есть догон. И Траваланда на базе дропнуть. Я постоянно забываю. Короче, конченый этот баг, не люблю. Короче, вы можете это... Ну, вы не на базу тпшитесь. Вы тпшитесь постоянно там, где Травала поднять. Не знаю, как это работает. Типа, ну, это механика игры. И, к сожалению, тебя постоянно тпшит. Блин, не на колодец по даблклику, а куда-нибудь на мид. Я, например, сейчас полетел на мид целенаправленно. А иногда получается так, что, короче... Летишь нецеленаправленно куда-нибудь нафиг, куда не надо. Так, в принципе, у нас нормально все. Оп, хорош. Так, дядя. Давай вот эту штуку. Погнали. И, наверное, да давайте здесь же и обустроимся. Фишки-ловушки делаем просто и все. Просто фишки-ловушки делаем. Жалко, маны нет нифига. Сейчас восстановимся, глядишь. И догоны есть. Фармим. Дальше фармим. Фармим, фармим. Все будет огонь. Опа, ребята там дерутся. Тут надо ТПшцы подстиливать. ТПшцы что-то подстиливать. Хорош. Ну, мне кажется, надо такое ретироваться. Да, нормально, пойдет. Душим хорошо. Пойдет. Пойдет, можно будет хилку мартретки сейчас кинуть. Так, делаем. Хорош. Отлично. Так, что там у нас? Ага, Мидасим. Найсово. В принципе, пока что, ребятки, ну, ползем в горочку быстренько. Мидасы, 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 еще раз мидасы. В среднем, короче, за один темпест мы будем покупать, по идее. Вот там Слардар, кстати, с армлетом. Это серьезно. Серьезно, Слардар. Боевой. В среднем за один темпест мы будем покупать по одному левелу догона. Пятый догон. Примерно к 17 минуте. Ну, не к 17, к 18 точно должен быть пятый догон. Я так думаю. Я так думаю. Если фармить сейчас аккуратненько, еще что-то забрать один прожочек и не бегать. А просто крипов колотить, золото собирать, то все будет огонь. Если я еще добивать буду, то вообще по кайфу будет. Просто я такой добиватель, что... Что я его, ну его нафиг. Хорош. А чё ты, брат? Я понял. Могли, кстати, забрать. Могли забрать. Так, 2500. Это два левела догона, да? Раз. Два. Этих я долго буду бить.
Два левела Дагона я взял. Рикимара что-то забоялся, не знаю. Либо у него там МХ, да, он типа такой, а, там Слардар, типа, надо отойти. Ну, скорее всего, кстати, один из ризонов, почему он отошел на Рике. Вот один из ризонов. Типа, заранее можно слоты прочекать, да, знаете, типа, там, на даст и проверить пацанов. Так, ну, Мидас еще один есть, да? Хорошо. Сейчас уже темпест будет. Опа, 0.4. А, отлично, кушаем. Апаем золото сейчас. Экспа до 16 левела. В принципе, сейчас нормально идем. О, пацаны, душанем. Оп, вот так вот делай, да? Делай добро, бро. Оп, хорош. Хорош. Так, еще левел догончик. Правильно, ребят? Правильно. Одобряете? Я одобряю максимально. Но не одобряю, если кто-то будет за мной повторять, ребят. Потому что это фановая катка. Это фановая катка. Дагон на зете, это фан онли. Фан онли. Я хочу, чтобы ребята там немножко драку подзасрали. Чтобы фишки-ловушки можно было делать. Фишки-ловушки. Ну, у них спектра, они могут в любом случае камбэкнуть. Так, ну 17-я минута, это еще один левел, да? Догончика. О чем я говорил? 18-я минута, 5-й левел. Ну, почти. Почти, да? Уже почти 18-я. Ну, к концу 18-я точно дофармим. К концу 18-я точно дофармим. К концу 18 века. Сюда. Хорош. Пойдет. Сейчас еще Мидас будет. Пойдет. Ну, в принципе, тайминг я почти сдержал. Если бы еще каждого крипочка добивать, прикиньте, какой бы был бы плюс. А то я добиваю очень слабенько, на самом деле. 84 крипа мало, все равно. Сейчас в лес пойдем, потому что скорыми тут нет смысла. Скорыми нет смысла тут, как говорится, стоять, торчать. И что там получается? Ну да, к концу покупаем. Ребят, покупаем к концу. О, 16 левел мой. Вот за этого крипа очень много мидасит. Левела. Это реально очень годный крип на мидас. Тролль. Очень годный крип. Оба. Хорош. Отлично. Вот так. Все, догон есть. Как говорится. Можно поесть. Отлично, догон 2 левела. Давайте куру себе купим. О, выжил, да? Ну, куру себе купим сейчас. Круто было бы, если бы сейчас... Ух ты, ой, крит какой неприятный. Круто было бы, если бы я сейчас куру себе купил. И ребята немножко подфидели из моей команды, чтобы изюминка появилась. А то Мартретка сейчас доминирует. Вообще не варик. Выигрывает, походу, да? ЦМ-ка, братец. Сентри даст и опты. 4 героя просто уничтожение там. Да, 9.34. Какой контент, казалось бы, да, тут должен быть? Есть. Давайте так сделаем. Круто, я заранее закрыл, да? Хорош. Вот это я додумался сделать. Так, вот так делай, да? Хорошо. Я сейчас так чувствую, быстренько выфармим до героичек еще. И можно идти и делать фишки-ловушки. Тут можно оставлять уже. Можно оставлять. Дальше до герок и, в принципе, с командой можно играть. Оп, хорош. Там на топе питлорд, наверное, какой-нибудь. Обойдем. Вот здесь наставляем. В принципе, он может и в мою сторону. А, понял. А ну-ка, тавр напихай ему. Тавр жесть ему напихал. Жю, жю, жю. Чисто просто уничтожение какое-то. Жесть. Ну, типа, Z на такой минуте с догоном не контрится, на самом деле. На такой минуте именно. Оба пробуем, успеваем, интересно. А, нет, печаль. Ну, я, кстати, забрал бы кого-нибудь еще. Кого-нибудь бы еще забрал. Например, фишками-ловушками. Давайте сейчас до герочек. И можно, кстати, первые фишки-ловушки показать вам на колодце.
Нам немного надо будет. В принципе, маны немного надо будет. Надо будет только товара вот эти посносить. Го, по топу бурить. Как раз купим. Хорош. Пока нету даггера, не вижу смысла что-то пытаться как-то докупать сейчас. Опа. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Кстати, вот так делаем. Хорош. Оп, хорош. 6, как легко, да? Вы, наверное, прочувствуете, как насколько легко килять на таком зете. Я ничего вообще не делаю. Ну, совсем ничего. От слова вообще ничего не делаю. Ребята внизу уничтожают, я на топе стою. Хорош. Фишки, ловушки, гоу делать. Так, дагер есть. Да? Хорошо. Дагер есть. Так, ну это манга, наверное, в таверну. Да не, давайте не манга, а хилку. Потому что хп у меня не тратится, а мана всегда как расходник идет, да? Мана всегда как расходник. О, вот сюда настакивать. Может кто-то прилетит. Фишки, ловушки. Годлайк там. Жесткое что-то. Питлорд пришел. Ну, пойдет туда, в принципе, я еще блинкану. Можно вот так сделать, знаете, типа. Оба, смотри, как я умею. Брат, давай, убегай, убегай. Убегай отсюда. Смотри, какой хитрый. Можно было, знаете, если бы настолько лютый микроконтроль был бы, я бы сейчас так быстренько кнопки понажимал, что... Просто бы... Чел бы в шоке был с этих догонов, которых я именно юзал. Прикиньте, типа. У меня не настолько лютый контроль. Хорош. Так, ну что там, я наставил. Будет кто-нибудь прилетать? Кто-нибудь прилетит, если... Ну, типа, если даже некр сюда что-то, блин, конец, типа, знаете, такой на характере. Рипера дать. Это конечно. Но я на самом деле сейчас спалил все эти спарки. Спалил. Спалил всех спарков. То есть у меня хп на самом деле вообще нету. Но сейчас этого крипа забираю и улетаю на Т2. Дефиц. Я ребятам вообще сейчас не хочу помогать. Пусть они разочек сфидят, чтобы изюма добавить в эту катку. О, вот он. Изюмчик. Изюмчик. Хорош. О, good luck. Лакс задушил. Хорош. И остается Октарин, ребятки. Считанные копеечки. И Октарин. И пойдем делать фишки-ловушки, а потом дойдем, доделаем Этериал, ребятки. Нет. Фишки-ловушки у меня тут, брат. Фишки-ловушки. Не буду ребятам подсказывать, что надо в такой игре сейчас Рошана забирать, чтобы они вчетвером держались. Потому что я целенаправленно игнорирую, ребятки. Я играю сейчас на контент. Так как я играю, это неправильно. Это неправильно. Я играю сейчас на контент. Поэтому, ребята, не душите, не судите. Я играю сейчас на контент. Сейчас, вон, смотрите, что делать будет. Парень. Прыгает. Ага, не прыгает. Ладно, не буду уже нажимать. Я играю на контент в данный момент. Я не играю на победу, играю на контент. Нужно в этой катке контента навалить. Сейчас Октарин и пойдем контент показывать. Октарин и контент пошел. Фишки, ловушки называется контент. ЦМ-ка несколько раз на фишках-ловушках уже подвернула ногу. Так, 4000, хорошо. 4000 это хорошо. Постоянно подпушит со стороны, я не понимаю почему. Неужели они так сильно толкают, а мои ребята вообще не дефятся? Я тупо дефлюсь. Хорошо. Почти Октарин есть. Опа, плохо, ну ничего страшного. Недалека, невелика потеря, по сути. Невелика потеря. Невелика потеря.
Отлично, есть такая вещь. Так, что, давайте тогда этих пофармим. Можно Рошана помочь пацанам забрать, конечно. Давайте вот тут фишки-ловушки сделаем. Типа, если в Рошпит сейчас начнут заходить, то пацаны офигеют. Пацаны офигеют. Нет, Рошпит очень быстро. Это надо для инвизеров делать, потому что в инвизы летит спарк. Это по кайфу. В инвизы спарк летит. Напиток такой, спарк есть. Круто. В детстве пили. Хорошо. Так, сюда. Хорошо. Отлично. Так, у меня 20 левел. Есть Октарин. Да? Все, гоу, фишки, ловушки делать, парни. Сейчас покажу, как можно делать еще прикол. По одному, по два прожочка будем брать так стабильненько. Но надо, конечно, тут особую тактику применять. Называется тактика не балуй. Тактика особая, называется не балуй. Так, у него там клаки, 1000 хп. Очень плотный парень. Ну, в целом, думаю, задушим. А, вот так он делает, да? Вот так делает. Но Пит молодец, так креативненько сплит пушит. До появления Этерила. Креативно. А потом дальше нет смысла. О, а чай отменил ТП, нафига? Жесть, вот кто сплитпуш постоянно. Так, погнали смока и let's go. ТП на топ, да, ТП на топ есть, отлично. ТП на топ есть. Так, это на пятерку, это сюда. И смокеичи. Все, let's go. Let's go, парни. Сейчас мы покажем фишки-ловушки. Фишки-ловушки, погнали. Ребята там драку затеяли, да? Так, пока ночь. Вот сюда переходим. Ой, меня крип спалили. Не уследил тайминг. Только. Но могли додуматься уже, что я буду делать. Ой, печалька. Главное тут не сдохнуть. Так, это есть. Хорошо. Это тоже есть. Нам нужно, чтобы кто-то кого-то отправил в таверну. Таверну. Дагон 2 у него там. Дагон 2. Сейчас будем настакивать. Сакры тоже. Там два раденца будет. Да? Чалька. Пойдет. Фишки ловушки. Погнали. Вот так вот. Отлично. Один фражочек сделали. Го вот этих. То, о чем я говорил. Фишки, ловушки, это наше все. Хорош. Фишки, ловушки. Это наше все. Хорошо. И надо будет еще на атаках ловушки делать. Вот типа вот тут. Вообще делать вот тут будем. Я так думаю. Я так думаю, тут будем делать. Хорош. Хорошо, так делаем. Давай ломай. Хорош. Отлично. Так, тут не надо, да, уже фишку-ловушку делать? Го, вот здесь вот тогда. Крипы ресается чуть-чуть в другом месте, поэтому оставляем фишки-ловушки. Хорошо. Марита дайвит. Слардарик потом. Если будет Слардар умирать, то тут Дагон Мастер в деле. Хорош.
Так, делай. Так, ну я ушел. Сильно наглеть я не хочу. Как бы фишки ловушками, да? Но я еще не закончил то, что начал. Я не закончил то, что начал. Фишки ловушки — это годно. Но не рекомендую так делать, ребят. Не рекомендую. Потому что это опасно. Фишки ловушки могут закончиться, когда ребята поймут, что в чем проблема. В чем проблема, могут понять. О, ребята там. Минусанулись. Хорош, ну я тут сделаю вот так вот. Хорош. Хорош. И фишка-ловушка. Так, это вот так. Хорошо. Все, идем туда, ребятки, на кэмп. На фишки-ловушки. Единственное, за эту сторону, за скоржей, тяжело пробираться туда. Очень тяжело. Надо, чтобы Т2 не стоял. Ну, идем ломать. Потому что Т2 мешает очень сильно. Т2 очень сильно мешает. Т2 очень сильно мешает. Можно по низу, но по низу там спалишься. Самый кайф — это за скоржей делать. Самый кайф — за скоржей делать. Хорош, но она умерла. А я тоже умер, походу, да? А, нет, показалось. Хорош. Так, ну и что, и погнали фишки-ловушки делать, парни. Катка прикольная получается, ребят. Надеюсь, такой геймплей вам необычный зайдет. Молодцы ребята в команде, что терпят, как говорится, такого зета. Такую катку я на самом деле искал долго. Так, ломаем, 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 брат. Давай, давай, давай. Хорош. Фишки-ловушки. Хорош. Отлично. Все, и погнали вот сюда. Делаем фишки-ловушки. Жесть. Ребята, походу, я сейчас чересчур перегазовал, да? Надо чуть-чуть было подержать их еще. Давайте тогда чуть подождем, чтобы фишки-ловушки можно было сделать нормально. Тут Сэмка Сол не задефит. О, пусть не будем, короче, фишки-ловушки пока юзать. Ой, не крылай, дядя, убегай. Мартетка накажет сейчас. Изоляторная. Пусть дефают. Идите. Дайте контента, да? Дайте контента, пацаны, пусть дефают. Парни, ползы. Дайте контента. Хорош. Так, это фишка-ловушка один есть. Чекайте. Кто ресается, умирает сразу. Кто ресается, умирает сразу. Хорош. Отлично. Жесть. Забавно. Я вылазить не буду, брат. Ты умираешь. Я не буду спасать тебя. Ты умираешь 100%. Здесь меня тут не запалят. Я тут настакиваю дальше. Настакиваю дальше. Хорошо. Фишки-ловушки. Слардар. Ай, осуждаю Слардара. Ну, еще успеваю, по идее, да? Нет. Подальше станем, потому что там кур повели. Так, 15 сек рез. Стакаем. Жесть, это просто лютая тема, на самом деле. Я просто держу в комбате, пацанов. Фишки-ловушки работают. 3 секунды, кто-то рез. Спектра. Брат. Ну, ставерно, извини, не удается выйти тебе чуть-чуть пока что. Ставерно, пока не удается тебе, брат, выйти. Ничего страшного, потом получится. Жесть, 35 минут, но зато 35 веселых минут, правильно? 8 секунд, кто резается там у нас. Некролайт. Брат, ну ты извини, конечно, но тут не варик. Не варик. Жесть. Просто уничтожение. Настакиваем, 9 секунд, Слардар. Ребята пушат.
Зачем? Не понимаю. Славдар тоже сейчас рестница умрет сразу. Дай догона дать, да? Все, я ухожу. Это типа жестко, пацаны, согласитесь. Это жестко. То есть такие фишки-ловушки, это вам 9000 золота наверху. Фишки-ловушки такие. Жесть. Фишки-ловушки такая тема. Жесть, сейчас ребята все там сфидят. Очень будет хорошо, если они там сфидят все. Очень будет хорошо. Деф эти парни. Ой, Огр сфидил, хорош. Ребята, тактический фит применить. Тактический фит. Ребята, пусть дефается. Я сейчас пойду опять фишки ловушки ставить. Хорош. И Гуинасо. Отлично. Есть. Гуинасо. Ставим. Ну, вообще, желательно сейчас позиционок поменять. Но в том лесу меня запалят быстро. Я так думаю. Ну-ка попробую. Не знаю. Как бы... Фишка, ловушка, оно дело такое. Фишка, ловушка, дело такое, ребят. Так. Там, если что, я так думаю, меня курой чейсить уже будут. Надо аккуратно будет. Хорош. Оставляем. Должно рейнджи хватить. Отлично. Хорошо. У них трон падает, пацаны не видят, наверное. Хорошо, настакиваем. Ребята камбуцкают даже. То есть я тут сейчас настак, смотри, Слардар идет. Все, поставим. Он не видит, что ли? Жесть. Увидели, пацаны. Надо уходить. Точно. Они думают, что я там есть. А меня там нет. Я СМХ. Вот так вот. Так, это на ее. Ну, Слардар увидел, хорош. Не удались фишки ловушки, ребят. И надо, знаете, Travel 2 еще взять, как бы. Шар тут вообще не нужен в этом. Бля, смотри, все в лес побежали. В лес да по грибы, как говорится. Ну, а это, кстати, смерть. Нажать бы еще. Хорошо. И дальше можно идти. Знаете почему? Потому что КДшится все очень быстро еще докторин. Брат, ну я еще раз тебе прокат сейчас дам. Хорош, фишки ловушки работают. Сюда. Оп, хорош. Сейчас еще кнопочка будет. Оп, GG. Это чисто издевательство какое-то, на самом деле. Ой, бубацка жмет. Хорош. Пойдет, раскликали. Оу, щит. Ну давайте сюда. А меня сейчас, чувствую, накажут. Не надо, дядя. Спасибо. Так, ну гоу. Уходим, типа, делаем вид, что уходим. А на самом деле, через 60 секунд мы должны убить... Кого? 50 секунд. Это у нас Питлорд. Сейчас Питлорд задушим. Ой-ой, смотри, идет куда. Ах, я понял. Ах ты такая, да, курочкина? А, нет, это мой фраг. Жесть, а откуда они? Вот тут вард, наверное, поставили. Вард в ХГ поставили, скорее всего, да? Хорош. Ну, умнички. Умер. Жесть. GG, ребят. Ну, такой фановый геймплей, я думаю, вам зайдет. Жалко, я, конечно, не добрался до Октарина. Но в целом, молодцы ребята в команде. Жесть. Если честно, вы сейчас офигеете, сколько я на это убил времени. И я прикреплю по-любому матчлист. Вот здесь сейчас будет матчлист. Чекайте. И посмотрите на КДА команд. Мои команды и команды врагов. Это жесть. Прикиньте, какой под был. Какой под был для того, чтобы это записать. Но в целом, я думаю, карточка получилась прикольная. Фишки, ловушки, ребятки, пользуйтесь. Самое смешное было, это когда я играл
против Тинкера. Против Тинкера. И, короче, Тинкер не понимал. Он, короче, постоянно штпаешься сюда в колодец, а в колодец, если настакиваешь, спарка почти не видно. И он постоянно убивался, короче, об этот спарк в колодце. И он писал: Хейн, научи, как это? Молодец, кстати, Огр. Если будешь смотреть, брат, эту игру, красавчик. Очень хорошо сыграл, мне понравилось. Он старается и фраги отдавать, и, ну, на Кора сыграл. То есть, если Кор не дурачок, как вот Хинозес, но то ГГ. Ну и в целом тут, посмотрите, GG. В общем, вот такая катка, ребятки. Спасибо, что посмотрели это дополнение. Не забывайте, что гайд по ссылке в описании и по подсказке сверху был уже, да, была подсказка сверху в начале. И, в принципе, все для того, чтобы понимать, как играть на Зете. Я думаю, этой катки вам хватит. Две каточки магические, но не рекомендую так собираться. Ребятки, на этом все. Поставьте лайк за старание. С вами был Ксеназис и до скорого. GG! Хорош! Отлично!